Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работу художников, знакомиться с их автобиографией, если она есть, конечно, в интернете. Рикардо Балака и Орехас Кансеко, крупнейший испанский баталист 19 века, блестяще проявил себя в портретной и в религиозной живописи. Более всего прославился серией гравюр к Дон Кихоту Сервантеса. Родился в 1844 году в Лиссабоне, куда эмигрировали его родители. В 1850 году семья возвратилась в Испанию. Учился живописи первоначально у своего отца, известного портретиста Хосе Балака и Кариона, а затем в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, где на него особое влияние оказал Федерико де Мадрасо. Наследственный талант Рикардо Балака проявился в очень раннем возрасте. Уже 14 лет от роду Рикардо с успехом принимал участие в мадридских выставках. Многие его картины, впоследствии приобретенные правительством, находятся в Мадридском музее де Формен. Я цитирую переводную Википедию. В 1859-1860 годах Рикардо Балака создал батальный цикл «Испано-марокканская война». В 1873 военное министерство направило его корреспондентом на театр Второй Карлистской войны 1672-1676 года. Там он сделал много ценнейших зарисовок с натуры, а позднее написал посвященный ей цикл, где особо выделяется монументальное полотно «Нападение басков, карлистов». По замыслу автора, на картине представлены только карлисты, а правительственные войска за кадром. Примечательно, что среди баскских офицеров Балака изобразил подполковника Скобелева, бывшего очевидцем нескольких сражений этой войны. В 1876 году Балака снова отправился на Северный театр военных действий, на сей раз в свите юного короля Альфонса XII, вскоре прозванного умиротворителем. Разрабатывал религиозные сюжеты, в частности, расписывал плафоны в мадридской церкви Бьен-Сусесо совместно со старшим братом Эдуардо Балака. А большая серия гравюр к Дон Кихоту Сервантеса прославила его далеко за пределами Испании. В 1893 году почтовое ведомство США выпустило 15-центовую марку с гравюрой Скиннера по картине Рикардо Балаки «Прием Колумба» по его возвращении из первого путешествия. Рикардо Балака был женат на Терезе Домингес, у них родилось трое детей. Его брат Эдуардо Балака тоже был выдающимся живописцем. Умер художник 12 февраля 1880 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о Рикардо Балака и Орехас Кансеко, крупнейшем испанском баталисте 19 века. Пока-пока, до свидания.